ажурный узор, большие листья. Вот схема этого узора. Как видите, раппорт тут обозначен 11 петель. Но в этом узоре нет фактически вот наборного ряда, в общем, понимания. Набирается тут ряд очень, в общем-то, необычно. Я вам покажу буквально на одном раппорте, а дальше, я думаю, вы сможете разобраться по схеме. Ссылочка на схему будет под видео. Начинаем мы вязать эти листики с цепочки из 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И на этой цепочке вяжем 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Это у нас будет как бы вот серединка первого листика. А дальше мы вяжем цепочку из 21 воздушной петли. То есть 11 петель у нас будет как бы переход, а 10 это будет серединка следующего листика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 18, 19, 20, 21. И также вяжем 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь и девять. Что же это получилось? Это получились вот серединки листиков, на которых мы будем вязать, собственно, листики. Для первого листика нам нужно подняться к верхушке нашей серединки. Для этого на каждом столбике без накида вяжем соединительный столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Теперь делаем 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на первом столбике, на первой петелечке, вяжем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Такой вот длинный-длинный столбик делаем. Воздушная петля. На следующем столбике вяжем столбик уже с 5 накидами. Воздушная петля, еще один столбик с 5 накидами. Это будет самое широкое место листика. Теперь делаем 2 воздушных петли на следующем столбике. Столбик с 4 накидами. Еще 2 воздушных петли. Еще один столбик с 4 накидами. Две воздушных петли, а теперь мы будем уменьшать количество накидов. То есть вяжем столбик с 3 накидами.
2 воздушных петли, столбик с двумя накидами, две воздушных петли, столбик с одним накидом и 2 воздушных петли, столбик без накида. Вот у нас получилась половинка листика. Теперь переходим вот к нашей цепочке и на каждой петельке вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, переходим вот к вязанию следующего листика. Здесь в крайний столбик вяжем столбик без накида, 2 воздушных петли. Теперь увеличиваем высоту столбиков, столбик с одним накидом, 2 воздушных петли, столбик с двумя накидами, 2 воздушных петли, столбик с тремя накидами, 2 воздушных петли, столбик с четырьмя накидами. А вот теперь нам нужно присоединиться к нашему уже связанному листику. Здесь мы тоже находим вот этот столбик с четырьмя накидами. Это он будет вот четвертый отсюда, снизу, ну и пятый сверху. Здесь у нас воздушные петли, то есть вот этот столбик. Вот мы к нему присоединяемся соединительным столбиком. Делаем 2 воздушных петли, столбик с четырьмя накидами, 2 воздушных петли, столбик с 5 накидами, 3, 4, 5, 1 воздушная петля, еще один столбик с 5 накидами, 1 воздушная петля и последний столбик у нас будет с 4 накидами. Самый последний столбик серединки. Теперь делаем 3 воздушных петли и переходим к вязанию второй половинки листика. Также 4 накида делаем, столбик с 4 накидами в первую петлю, воздушная петля, столбик с 5 накидами в следующий столбик. И также спускаемся вниз. Вторая половинка вяжется так же, как мы вязали вот эту вот первую. Тут
один нюанс, то есть я как бы начала вот вязать вторую половинку листика, но если этот листик был бы крайним, то вот после того, как мы связали одну половинку, нужно сделать воздушную петлю и связать столбик с четырьмя накидами вот в самую верхушечку, в петлю поворота. Это если вязать по краю. Ну и дальше к следующему ряду. Давайте покажем, как перейти. К следующему ряду листиков переходим, связав цепочку из 11 воздушных петель. То есть одна петля как бы вот подъема, а дальше вот такая же серединка и 10 петель. Раз, два, три, четыре. И вяжем на этой серединке 9 столбиков без накида. Четыре, шесть, семь, восемь, девять. Одна петелечка вот тут остается. Что делаем дальше? Вяжем столбик без накида вот на воздушной петле. 5 воздушных петель. 4, 5. И 2 столбика недовязанных с одним накидом вот в эти точки. То есть вот здесь вот мы пропускаем 2 столбика на одном листике, и на втором листике также пропускаем 2 столбика вот под воздушную петлю, вяжем, как бы соединяя эти листики. 5 воздушных петель, 5 и столбик без накида вот в эту точку. Здесь тоже вяжем серединку и начинаем вязать следующий ряд листиков. Давайте покажу, как это выглядит на большом образце. Вот такой вот образец у меня получился. Очень такие ажурные, красивые листики. Из таких листиков я видела модель жилета связанная. Можно, в общем-то, рисунок практически двухсторонний. Можно и вот так вот его использовать, сверху вниз эти листики располагать. Можно использовать как кайму, то есть вот не соединяя листики, а один ряд. Вот такая вот будет красивая кайма из больших листьев. Ну, такую кайму, наверное, вот красиво будет, если сделать на какой-нибудь шале или палантине. Серединка может быть любая, просто вот обвязка из таких больших красивых листьев. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных идей вязальных хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных схем и узоров. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!